Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Как я вам обещала, в следующем видео я отключу звук. Вон, видите, в уголке стоит звук. Я его отрубаю. Я сюда уже рекламу выскакивает. Я чуть не поняла. Вот, все, мы его выключили, наконец. Вы уже видели в прошлый раз, как я все время сталкивалась? Давайте попробуем что-нибудь улучшить. Я так поняла, может быть, что-то улучшить у него. Так, что мы ему улучшим? Сцепление с дорогой, я думаю, лучше всего. Так, это надо дальше. А, я могу себе купить машину на такую сумму. То есть она немножко получше будет. А я думала, можно было эти добавлять. Ну ладно. Ну что, попробуем погонять? Что у нас там есть интересного? А, вот как это делается. Нужно было дальше продвинуться по стрелкам. И можно что-то улучшиться. Я всегда считала, что самое главное это сцепление с дорогой, чтобы не улетать. Все, кажется, деньги у меня закончились. А то, что трясет, ну, что ж делаешь? Ну что ж. Давайте пробовать. Поехали. Ну, куда уж без рекламы-то. Ой, уже немножечко получше двигаться, но все равно получается, что я опять врезаюсь. Ой, ой. Надо же, смогла протиснуться, но теперь опять врезалась. Не смогла я красиво их обогнуть. О. Так. Это плохо. Я постоянно врезаюсь. Ой. Ну, дайте мне золото. Ай. Опять не попало. А, ура, есть. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, как тут можно так... быстро и схватить, и при этом не врезаться. Это я на желтую линию заехала. Ура! Кажется, я закончила. Наконец-то я прошла этот уровень. Ну что ж, попробуем еще раз что-нибудь сделать. Оп. Так, поехали, поехали. Ну, то, что денежек не попало, ну ладно. Главное не врезаться. Так. Мы едем, едем. Опять я на желтой линии заехала. Да что ж меня. Ай. А так как бы узко, что не попадешь. Ой. Ну вот. Опять куда-то врезалась. Ой, ой, это какое-то чудо, я смогла выбраться. Ой, опять куда-то врезалась. Тут машинки всякие, ой, я не могу повернуть. Не знаю почему, мне что-то не получается поворачивать. Я вроде так же двигаю, пальцем вожу, а он у меня не реагирует никак. Все, доехала я. Опять мне что-то дали. И каждый раз реклама куда-то попадает. А, мото как. Это же только монет стоит. Оп. Ладно, продолжим. Ух ты. Тут уже зима какая-то у меня. Ой-ой-ой. Ай, не хочет на меня что-то двигаться, я не понимаю почему, но сейчас я вообще его не могу повернуть ни вправо, ни влево, свой мотоцикл. Почему, не знаю. А,
Ах, вот оно как. Надо обязательно при этом, ой, нажимать, где руки находятся. Так, так, приходит понимание со временем, как играть. Так, что там у нас еще? А тут интересно, что такое. Ах, вот оно как. Ай. Ай. Тут какое-то одностороннее движение. Все машины едут в одну сторону. Ой, опять. Я никак не могу уехать с этой желтой линии. Вот постоянно, не знаю почему. Я и нажимаю, и двигаюсь, и пытаюсь как-то отреагировать, но все равно ничего не получается. Как будто оно меня притягивает. Вот уже лучше. Мамочка, мамочка, помоги мне. Ой, мне опять я не могу двинуть. Ни вправо и ни влево. Не понимаю, почему. Интересная, конечно, игра, но почему-то она на мои движения никак не реагирует. Вот сейчас нормально все. Все нормально двигается. Я держу. А теперь я, наверное, опять не смогу выйти из этой желтой линии, где нельзя останавливаться. Вы знаете новое правило? Вот если вы едете на дороге вот такую желтую линию, это дорога для движения. Опять. Да, совсем я не дружу. Там, где нужно реагировать очень быстро, у меня почему-то не очень получается. Что-то такое. Приехали. Так, неплохо. Но все равно, как говорят, сглазило. Все, приехали. Вот где я была, интересно, я могу пройти снова то, что уже прошла. Так, открываем. О, надо же, могу. Я нажала там с самого начала, которая была, и я смогла перескочить. Видимо, можно по нескольку раз одно и то же уровень проходить, одну и ту же дорогу. Видимо, когда я врезаюсь, я теряю драгоценные секунды. Ой, все, я не могу повернуть опять.
Да что ж это такое? Ну вот никак. Не знаю почему. Все время это реклама. Хоз. Да, интересная, конечно, игра. Скажите в комментариях, вам нравится такое смотреть или нет. Я погоняю другими видами транспорта. Ну, мне что-то захотелось на мотоцикле погонять. Очень интересно. А пока, до новых встреч. Не забываем подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.